воскресенье в Самарской области малооблачно, без осадков. Минус 13, минус 15 градусов днем. Ночью 12-14, ниже 0. Западный ветер 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясно, в дневное время минус 14, ночью минус 11 градусов. Западный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, днем минус 15, ночью минус 13 градусов. Западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем минус 14, ночью 15 градусов ниже 0, западный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.